с 24 по 27 июня. Подростковый клуб «Пилигримия» Патриаршего центра приглашает школьников от 7 до 15 лет на городской тренинг «Путь к взаимопониманию». В любом возрасте для человека важны отношения с другими людьми. Но подростковый возраст в этом плане особенный. Подросток, выстраивая отношения со сверстниками и взрослыми, ищет не только свое место в обществе, но и активно осмысляет самого себя. На пути к дружбе и взаимопониманию большую роль играют поддержка и доверие. Что такое взаимопонимание и на чем оно базируется? На эти и другие сопутствующие вопросы ребята будут искать ответы в дискуссиях, Священном Писании и своей собственной жизни. С помощью творчества, размышлений и практических дел. Подробная информация и запись на программу на сайте клуба «Пилигримия».